не твоя на одном из самых крупных масштабных автособытий июня – Best Tuning Fest. Сегодня здесь собрались самые достойные, но даже среди них можно выбрать наиболее интересные авто. Никакой самодеятельности, помогать нам в этом будет один из организаторов и участник нашего проекта – не твоя, Иван Долгополов. Привет, Ваня. Привет. Ну что, веди нас к самым интересным проектам. Реально все автомобили заслуживают внимания, но выделить некоторые все-таки можно. Например, автомобиль Никиты Деревцова, постоянный участник серии гоночной Time Attack. Стабильный автомобиль, на тумбочку заезжает, достаточно серьезно подготовлен, очень интересен. Он представлен в номинации Engineering на сегодняшний день. Ну и я так думаю, что получит достаточно высокий балл. Достаточно высокий? Да, достаточно высокий. Победили. Может быть, даже может, и призовое да. место будет, потому что автомобиль действительно по всем характеристикам, по всем параметрам доработан. И тормозная система, и ходовая часть автомобиля, и очень серьезно двигатель, там строгер кит установлен. То есть одна из самых достойных машин в нации инженерии. Здесь какая-то очень странная и, как ты говоришь, очень крутая машина. Почему? Расскажи. Ну да, странная. Очень автомобиль специфический и, скорее, даже не автомобиль, а такая большая игрушка. Но заслуживает внимания то, что автомобиль строился, по словам хозяина, очень долго. За основу взят Нива, хотя от Нивы тут практически ничего не осталось. То есть это вообще Нива изначально? Ну нет, тут узлы, агрегаты некоторые от Нивы. Они очень серьезно переработаны для того, чтобы автомобиль обладал какими-то качествами определенными. И машина строилась 2.5 года, почти 3, как говорит собственник. Ну и здесь поражают некоторые технические решения. Например, задняя независимая подвеска, причем полностью кастомная, то есть сделано так, что кинематика подвески позволяет колесу в строго вертикальной плоскости перемещаться. Смотри, эта машина, она для чего вообще? Для развлечения. Для развлечения? Да, это... В городе на ней ездить нельзя? Нет, она даже не зарегистрирована в ГИБДД, потому что это абсолютная самоделка. Я так понимаю, это Марк 2. Это Марк 2. Это один из самых красивейших, по мнению большинства кузовов, Самурай. Кстати, автомобиль стабильно на абсолютном большинстве автомобильных выставок и фестивалей, соревнований по тюнингу во всей Сибири занимает призовые места. Людям... Сюда тоже приехал за победой, я так понимаю. Да, и сделал это. В очередной раз он собрал самое большое количество отзывов зрителей и завоевал приз зрительских симпатий. Ну а как считаешь, почему зрители так любят вот эту машину? Ну, вызывающий внешний вид, красивый кузов, очень много спортивного характера деталей установлено на автомобиле. Людям нравится. То есть люди не всегда понимают, что есть автомобиль для результата, а есть автомобиль для шоу. Вот это машина для шоу, которая полностью оправдывает свое предназначение. Перед нами прям какая-то мечта бизнесмена 90-х годов. Да, может быть, даже конца 80-х. Мерседес, который был заявлен у нас в номинацию ретро, хотя до ретро он, наверное, не совсем дотягивает все-таки, ну, потому что не настолько стар, но заслуживает особого внимания состояние автомобиля. Абсолютно целая машина, то есть в салоне нет никаких, не то чтобы трещинок, даже сколов. Все детали родные, оригинальные, абсолютно все резиночки целые, то есть машина настолько ухожена, что, можно сказать, она находится в первозданном виде. Автомобиль находится в состоянии заводском. То есть не красилась машина, не билась машина, и это подкупает. То есть с самого конца 80-х машина вот как была в таком виде, так и осталась? Видимо, да. Ничего больше не менялось? Только колеса. Это удивительно. Вот колеса не совсем стандартные, а все остальное на автомобиле, конечно, поражает.
тазы. Ну, или нет? Все-таки тазами не поворачивается язык назвать, потому что, почему? Ну, ребята молодые, так ухаживают за автомобилями, так вылизывают. Оранжевая единичка, так вообще в состоянии глаз радуется. И вот наши кемеровские ребята, практически стандартные автомобили, за исключением подвески. Ну, здесь даже подход к работе подвески и ходовой части автомобиля достаточно такой интересный, потому что это не просто тупо там обрезанные или убранные пружины, это все-таки такая... Такой подход, который позволяет автомобилю оставаться управляемым на дороге. В принципе, это все-таки стенс направления, да, ну, наверное? Ну, наверное, но ребята заявили их в ретро, так как у нас такого направления просто не было.